В укритті на Азовсталі, де з 2 березня по 1 травня ховалась пані Еліна разом із родиною, було 56 людей, з них 14 діти, розповідає жінка. Звідти їх виводили військові. Ми йшли, нас вели або троє, або четверо військових, які йшли впереді і розчищали дорогу, і взривали ці розтяжки. Повели нас по комбінату. Ми навіть не представляли, що в такому жахливому стані комбінат. Он был просто, ну вот знаете, как в фильмах военных фильмах показывают поле боя. Нет, это намного хуже. Это намного хуже, потому что все, что было металлоконструкции, здания, это все рухнуло, это все торчали стекла вот так из земли, этот металл, разорвавшиеся снаряды, куски металла, это ужас. Каже, вывести всех российские військові не дозволили. Сторона, которая была за комбинатом, они не разрешили. Они, а вот по рации мы стояли, нас военные когда вывели, и мы стояли, слушали их переговоры у наших военных, у тут рация. И они говорят, выводите своих 11 карандашей. За словами жінки, після того, як їх вивели з Азовсталі, російські військові повезли людей до села Безименного, де був облаштований фільтраційний табір. Нас выводили по одному, заводили в палатки сначала личный досмотр, потом опросы, допросы. Все это снималось на камеру, все это записывалось, все это нами подписывалось. Ну и вот даже когда, вот, даже вот отношения, да, прошли люди фильтрацию, отпустите их, пусть они лягут куда-нибудь, сядут на ту же траву, посмотрят на небо. Нет, мы просидели до... В 11 часов мы просидели в автобусе. То есть фильтрация и под конвоем в автобус. В туалет группу собирают под конвоем в туалет. Кто-то пытался из военных вести себя корректно, кто-то некорректно. Кто-то говорил, нашлись это ООН, освободители сраные. Кто-то, кто как. Також жінка розповіла, що їм неодноразово пропонували евакуюватись до Росії. Воєнні пропонували, священники пропонували. Говорять, не їжджайте в Україну, тому що ви їдете в війну. Ну, а ми не бачимо в житті ні в Україні. За словами пані Еліни, останнє, що пам'ятає прирідний Маріуполь – це руїни. Ми бачили тільки здалека, просто все чорне. Все черное, все дома. Мы видели разрушенные дома, которые просто вот так вот, как карточные коробочки все поскладывались. Это очень страшно. Наш цветущий красивый город превратили в груду мусора и головешки жженные. Новини на Суспільному. Запоріжжя.